Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня ко мне приехала вот такая маленькая посылка. Внутри находится новый для меня сенсор для умного дома Xiaomi с E-Ink экраном, у которого есть возможность смотреть и время, и влажность, и температуру. Ох, как посылочка пострадала в пути. Надеюсь, что экран, который, в общем-то, достаточно, я так понимаю, подвержен механическим воздействиям, не пострадал. Так, как нам вот здесь открывается упаковка. И смотрим на сохранность. Да, все, конечно, такое помятое. Так, это аксессуары для установки крепления. Так, и давайте смотреть скорее на сам экран. Так, здесь, видимо, предохранитель для батарейки. Так, нужно, наверное, вскрыть лучше батарейку и, точнее, отсек. А, нет, можно и так удалить. Вот такие предохранители. Тут, ну, видимо, две батареечки. Ну, экран я вижу целёхонек. Так, сейчас попробуем. Открыть крышечку. Посмотреть. Да, батареечки две. Чтобы вы видели элементы CR2032, как батарейки BIOS в компьютерах и ноутбуках для питания BIOS. Так что купить их несложно. Продаются в любом магазине практически. Во всяком случае, в сетевых супермаркетах я их встречаю регулярно вместе с батарейками 2А и 3А. Пальчики-мизинчики. И там же можно купить, например, в Ашане я видел их. Да, читаемость потрясающая, да. Но на камеру, в общем-то, видно, что контрастность очень высокая у экрана. Что касается размера, меня беспокоило, что размер влажности и температуры очень маленький. Ну вот я на расстояние отдаляю, все равно я вижу цифры. Ну, тут, конечно, все индивидуально, зависит от вашего зрения. Инструкция на китайском. Она, в принципе, бесполезна для нас. Тут и так все ясно. И, что самое ценное, данный сенсор, сенсор-часы, их можно прописать в систему умного дома, наконец-то, потому что предыдущий сенсор, который выглядит вот так, он не имел часов, к сожалению. А сенсор с E-Ink-экраном, такой маленький, квадратный, он, соответственно, не прописывал систему умного дома и не мог быть условием для выполнения каких-то функций. Это устройство два в одном. Это такой маленький E-Ink с хорошей читаемостью и вот этот круглый сенсор, у которого читаемость хуже, чем у этого экрана. Но он умный и передает по Bluetooth в систему умного дома информацию о температуре и о влажности воздуха. Соответственно, вот эта вещь, она заменяет предыдущие два сенсора. Поэтому сейчас я буду добавлять его в Mi Home. И, скорее всего, он придет на смену. Вот в том месте, где у меня стоял вот этот круглый сенсор, я поставлю вот эту вещь, устанавливаю текущее время, и будет, в общем-то, выполнять те же самые функции, только будет добавлено еще и хорошие часы, различаемые издали. Добавил новый сенсор с E-Ink экраном в Mi Home. Вот он отображается. Также в разделе автоматизация я добавил несколько сценариев использования, а точнее их 5. Первый. Выше 51% влажности увлажнитель отключается. Ну и так далее. Ниже 40 максимальный уровень.
выше 48 переключается на первый, ниже 44 на второй. И когда температура опускается в комнате ниже 18 градусов, то мне об этом на телефон отправляется уведомление. Это вот самый нижний сценарий работы. Но это мои сценарии. Также можно добавить еще сценарии касательно температуры и управления кондиционером, естественно. Но их пока я не добавил. Вот по горячим следам добавил вот такие 5 сценариев. Здесь можно посмотреть по времени, как менялась температура и влажность. И здесь вот видно время, текущая температура и текущая влажность. Вот такая распаковка. Поволновался я секунду, когда развернул и увидел поврежденную коробку, но, к счастью, не пострадали сам экран и, в общем-то, остался цельным. Это место для крепления, очевидно, ответное. Все с одинаковым радиусом, да. Мне потребуется, видимо, вот это. Будет как подставка, вот таким вот образом установлена на горизонтальной поверхности. Ну, остальные отложу в запас. Вот такая небольшая распаковка. Поставьте лайк, если вы пользуетесь системой умного дома от Xiaomi. Если вы любите смотреть распаковки разнообразных товаров из Китая, то вот здесь вверху подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!